рюкзаки на Абсолют РП. 400 тысяч виртуальной валюты. То есть, как они будут вообще со всем этим справляться, я просто, если честно, мне непонятно. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. С Новым годом, друзья! С новым 2021! Забавно вот так, знаете, обращаться, когда ты записываешь этот видеоролик, пока ты вот еще находишься в 2020 году, и непонятно, ты доживешь или не доживешь, или уже завтра, там, я не знаю, на тебя метеорит упадет, и ты такой: все, что мне делать, где я? А мне все, а меня нету. А ролик я заранее записал, а вот сейчас как они выйдут, кто их смонтирует, непонятно, но будем надеяться на лучшее, что я эти ролики озвучил, я их смонтировал, и сейчас вы их все смотрите на YouTube, потому что то, что я для вас приготовил, это просто... Дело в том, что не так давно я познакомился с некоторыми инсайдерами из GTA Sampa, из всех прочих вещей, которые сейчас мне, так знаете, приватно сливают самые новые новости из GTA Sampa. И вот эта вот неделя, плюс-минус, я вот на протяжении всей этой недели буду выпускать видеоролики касательно вот всего этого. То есть касательно всех вот этих вот новостей, и вообще я буду рассказывать о том, что там будет, что вообще вам ждать, что нужно делать вообще мне, вам и всем остальным людям в GTA Sampa, или там, я не знаю, не в GTA Sampa, или в прочих каких-то вещах, ну и так далее. Да, неважно. Давайте перейдем к самой новости, то есть ее нигде нету, ее вот дали только мне эксклюзивно, как такому, знаете, самповскому журналисту, который так и не смог набрать 5000 подписчиков до Нового года, и поэтому вот мне новости начали давать, чтобы я хотя бы вот как-то так смог собрать всех этих подписчиков. Давайте уже приступим. Рюкзаки на Абсолют РП. Разработчики Абсолют Ролеплей продолжают улучшать свой игровой мод. Позавчера администрация проекта сообщила участникам проекта о том, что на сервера были добавлены рюкзаки. Их роль весьма похожа на домашний сейф. В рюкзаке можно носить различные ресурсы, дерево и металл. Бандиты теперь могут воровать со склада военных по 400 патронов за раз. Также в рюкзаке игроки проекта могут носить по 2000 препаратов. Однако, для покупки рюкзака ваш уровень должен быть равен или больше 10. А также вы должны будете заплатить за него 400 тысяч виртуальной валюты, то есть виртов. Ну, вы сами должны понимать, как бы не глупые, не тупые, не маленькие. Вот, то есть, какой вывод можно сделать из всего этого? Можно сказать, что, допустим, на Абсолют Ролеплей играют боты. А можно, допустим, сказать, что Абсолют Ролеплей, они, знаете, ну, не особо хорошо, не особо, так знаете, нормально относятся к экономике проекта. Потому что 400 тысяч виртов, как мне кажется, это много. Тем более на 2021 год. Я не знаю вообще, о чем они думают, как они будут вообще со всем этим справляться. Я просто, если честно, мне непонятно. То есть, возможно, кто-то из вас знает, как они будут со всем этим справляться. Может быть, что-то еще будет. Я не знаю. Но так как я хочу, вот, знаете, с Нового года начать такую стезю видеороликов, где все они будут без воды, поэтому, наверное, я вот через пару секунд, пару минут все это, весь этот видеоролик уже и закончу. Потому что про рюкзаки на Абсолют Ролеплей вы узнали. Замечательно, хорошо, отлично. Но, тем не менее, типа, а что вам еще-то нужно узнавать? Я, типа, я без понятия. То есть, я в самом деле, я не имею ни малейшего понятия, что вам тут нужно узнавать, что вам нужно делать и так далее. Поэтому, ребят, вот, ну, как бы, сами должны понимать. То есть, автор статьи вообще Андрей Натрин или Натрий. То есть, ну, молодец, Андрюха, статья отличная вышла у него. Это, опять-таки, это вот инсайдер, мне сливают приватную инфу, и сейчас вот последующие дни 6, может быть, 5, будут выходить вот подобные новости. Вот, кому, мало ли, ну, все это интересно, кто мало ли, хочет со всем этим вот ознакомиться и прочие вещи также сделать. До свидания, пока... А, нет, подождите, еще не до свидания, какое до свидания-то? Я играл на проекте Arizona Ролеплей Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и там ознакомливайтесь со всей информацией по этому поводу. Потому что, ну, я даже... А как иначе? Вот как иначе? Вы мне можете объяснить? Все, то есть новость рассказана, все отлично. Arizona Ролеплей, она как бы прорекламирована. И вы можете заходить в описание, там все это узнавать. Если вам понравился такой вот тип новостей, то есть без воды, без всяких-то прочих вещей, то, разумеется, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В будущем такого я постараюсь выпускать побольше, чтобы прям было много всего. Вот. Также по ссылке в описании вы можете зайти на мой телеграм-канал, там тоже вы многое можете узнать. Ну и как бы вот все. А что еще-то вам надо? Я представить не могу, что вам еще надо. Все, то есть, ну это все. До свидания. И пока. И до свидания. До скорых встреч.